Всем привет! С вами Бэшик. Сегодня пройдем квест от прапора «Проверка на вшивость». Прапор дает задание найти часы и ключи от наливняка. Наливняк – это такая цистерна с топливом, вы можете их встретить на карте таможня. Задание простое, если знать, куда двигаться. В этом задании очень мало конкретики. Прапор лишь говорит, что общага та, которая побольше, а вот комнату он не помнит, но точно помнит, что там был плакат с красивой девушкой. Идем в трехэтажную общагу, это та, где три этажа. Смотрим по сторонам, чтобы не словить подачу в лицо. Поднимаемся по центральной лестнице на второй этаж. Идем направо. Находим комнату 205. Там еще проход перегорожен кроватью. Если заходить с пожарной лестницы со стороны стройки, комната будет чуть вперед и направо. Проходим в комнату. За шкафом вас ждут две куртки. В одной из них спавнятся ключи. Мне выпало сразу два. Забираем. После идем на стройку, смотрим по сторонам, чайка-боты не дремлют и с радостью вас поломают. Когда убедились, что все спокойно, подходим к машине, открываем дверь ключом и снизу забираем часы. После выходим с локации. Вот такой простой квестик, если знать, что и как делать. А чтобы его было пройти достаточно просто, сначала найдите ключи, а потом дождитесь окончания рейда, когда народ уже немножко рассосется, выйдет с локации, а вы спокойно пойдете и все слутаете. Лайки ставьте и на канал подписывайтесь.